Не понял сейчас. Вот это вот очень плохая была, кстати, шутка. Слышь ты, монтажер, прекрати. Знаете, у меня сейчас появилось несколько шуток, но боюсь их YouTube... Даже YouTube не оценит. Расист! Расист! Вот сразу видно вот эти вот этот куколдизм. Вот зачем вот это вот, а? Значит так, Союз Смех, как всегда, подписка на канал. Не забывай, мой чекастенький, подписываться на телеграм-канал и на... О! Вот сюда вот. На hard.ins. Там, да, там все будет добро по съемкам и всему остальному. Все инсайды найдешь именно там. А мы приступаем к просмотру. Засмеялся, подписал. Слушай, прикол, ты же один тест на психу, угар. Ржач, 451 серия. Выговорил. Поехали. Ты что, дурак? Положи. Анкара Месси. Да ну нахер! Как так сделал? Союз Смеха представляет. Это же этот, как его, Rocket League, да? Он вообще настоящий? Не, вроде головой крутит. And the next trick is called the hospital flip. Нихуя не понял, вообще не интересно. Эротика, ё-моё. Ты не понял, а чё тёмный экран? Ляшны. Он умрет медленно. Бегите, глупцы. Мужик, тебе надо нахуй премию Дарвина давать, вот серьезно. Настолько эффективных работяг я еще не встречал в своей жизни. Небеса больше не предел, я поднимусь выше. Сразу видно, мотоциклист. Не понял сейчас. Вот это вот очень плохая была, кстати, шутка. Слышь ты, монтажер, прекрати, блядь, булит. No idea. Вот так вот. Эй, Кирилл. Да, чё? Ты лампочку крепко держишь. Да, нормально держу, сейчас вот так еще. А, тогда стул заберу. Эй, ты куда забрал? Верни стул. Я посидеть хотел. Нет, ты делаешь, стул верни сюда, я же упаду сейчас. Мне за что держаться? Какой ты жадный, блин. Чё, блядь? Thought I'd make you my guest. Light up the runway with something for my personal collection. As far as I know, this is the only one in existence. Oh, she's a good egg, making me my bed, isn't she? Вот
Поэтому блядь, у меня да обычная кровать. Блядь, мне похуй на тебя, блядь, слушай. Какая у тебя там тачка, блядь, квартиры, срачки там, блядь, яхты, все, мне похуй там, хоть Бентли, хоть, блядь, нахуй Майбах. Кстати, на моего очень похож. Такой же. If there's one Jedi left, it's not you. Вы знаете, у меня сейчас появилось несколько шуток, но боюсь, их YouTube, даже YouTube не оценит. Нет, все-таки я промолчу. Ну, ладно. Я прошу прощения, а были джедаи вот, ну, в черных костюмах были? Ну, в смысле, ну, я помню только одного Дарт Вейдера. Расист! Расист! А при чем здесь вообще Джанго освобожденный? Я не понимаю вообще. Это вот зачем вот это? Вот кто вот это сейчас в чате? Вообще, при чем здесь этот замечательный, прекрасный фильм? Вообще, ну как, какое он имеет отношение к данному видеоролику? Fell asleep first. Prank him, John. You already know. Блять, я помню, у нас горка в Мурманске, короче, была там сопки. Горка от школы, знаешь, докуда была? До моего дома, блять. Просто все, кому не лень, там то ли народ такой повеселее. Все, кому не лень, там все шли, и каждый считал своим, блядь, долгом прокатиться, понимаешь? Причем вообще не парились. Взрослый это не взрослый человек, там каждый ее раскатывал, понимаешь? Каждый ее раскатывал, кто как мог. Я просто садился от третьей школы и катился на улице Фесановича, блять. Просто вообще до дома быстрая доставка. Она двигается вообще? Она как будто мертвая. Нет, нет. А ее ебать можно? Ну не так чисто ради интереса, как, блядь. Или нет. 15 минут, кстати, даже после... Esto siempre he soñado tener un bigotazo. Ya casi te va saliendo. A ver cómo es, cómo es. Mira, así, mira. Como vikingo, ¿no? Это моя хата. Заходи, пожалуйста. Он моя сосед, Нурсултан Тюлякбаев. Боль в моя дырка задница. Я делаю окно все из стекла. Он тоже делает все из стекла. Я делаю камин. Он тоже делает камин. Я закупаю радио. Он не накопил. Радостно. Два. Вот сразу видно вот эти вот этот куколдизм. Вот зачем вот это вот, а? Ну зачем? Вот че, вот почему ты повелся на вот этот вот взгляд, а? Ну че надо было сказать, заходи, ёпта! И что? И что? Вот раньше, кстати, вдвоем, когда только-только домофоны появились, вдвоем вообще вылетала практически любая дверь. Знаешь, где не могли открыть? Сейчас скажу, где-то у нас около Семипалатинска. Там какие-то крутые домофоны поставили. Вот мы их рвали-рвали, не смогли. И то, потом их разработали, и даже они вылетали. Вдвоем просто берешь так, в стену упираешься, в дверь. Да! И все, и зашел. А кто? Макдональдсов раньше не было. В Макдаках никто не сидел, только в падиках сидели. Там тепло, там батареи. Да, гномики сидят. Извините. Так, слышал, Хей, давай это ангус оформишь? Ну давай, погнали. Блять, да ты слышишь, только не обострись, кореш, сразу раз. Давай. Давай на первый. Блять! Ха-х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 а-
А что, новый, да, уже вышел? Я просто не знал. Я наверное, это, давно не заходил. Надо в кинотеатр зайти. Говорят, это сливы, что ли, Человека-паука, чешо? Я просто, не обратил внимания.